Итак, всем привет, мы продолжаем проходить Кандемны 2. Что ж, в прошлой части мы встретили одного стремного мишку, и сейчас мы обезвреживаем какую-то бомбу в этом доме. Надо осталось каких-то два, то ли детоната, то ли взрывающих элемента найти, последних. И я надеюсь, после этого прекратится это занудное исследование этого домика, весьма однообразного, если честно. Где эта херня вообще? А, во. Так, нам сюда. Наверх. Иди туда. А я туда пойду. Ёп. Блин. Готов. Надеюсь, ты один был? Чуть по звукам не похоже, где-то один еще. Ах ты, сука. Вот сволочь сзади зашел. Вообще бузы и капец. А куда эта херня вообще ведет? А, вот сюда. Я уже даже здания особо не исследую, потому что, ну, сюжетного такого тут ничего нету, исследовательских элементов вообще абсолютно. Что-то какие-то записки, еще что-то. Только телеки, радио, по которым, по сути, ну, ничего интересного особо не говорят. Это факт. Туда, туда. Все идет туда, что ли? Ё-моё. Опять. Вообще без палева. Искусственный интеллект явно не из-за игрушки по альму взят, явно. А из какого-то... Вообще, ладно, не знаю, чего. Так, один идет сюда. Угу. И... А. И чё, как... Прикалываетесь, что ли? И как я туда залезть должен? Замечательно. О, ну-ка. Information leading to the return of our van and also our cameraman Ben Feist. Please notify the authorities immediately if you have any information regarding this unfortunate event. This is City News. Офигенная новость. И что тут вообще больше ничего нету? Замечательно. Как я тут наверх должен залезть? Вы чё? Он даже скотина карабкаться не хочет. Вот ленивая задница, блин. Гениально. Еще одна. А, во. Ну, зашибись. В кои-то веки наш говный герой может покарабкаться куда-то. И вообще без каких-либо звуков причем. На то и залез и ни одного звука не издавать. А какого... Звуковой файл, что ли, забыли добавить? Да.
Так, где это хивота вообще? Явно не тут. А, вот. Куда тут? В это окно, что ли? А, не, все намного еще проще. Ну, если я тут помажу, это будет очень смешно. Да, гениально, в невидимую стену врезалась. А спецэффект это вообще просто... голливудский блокбастер. Последний осталось. Слава богу, блин. Так, ну мне походу вниз надо, да? Тут наверху вряд ли что-то еще. Хотя... а, мне показалось, что тут эта херня. И где это говно вообще еще одно? А. Подмога идет. Что за... как ты, сука? Капец, все хп снял. Да. Можете, когда не надо. Помахнись, убью. Савки, господи. Каунтдаун. А, то есть там еще на время осталось? Ёпта ж, бля. Надо возвращаться. Побыстрее. Бежим, бежим. А, вот сюда, да-да-да. Это я помню. Бежим, 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 бежим. Вот оно. И что? Две канистры. Два длинных, один короткий. Сколько кнопок? 12, вроде бы, 14, 16. 3 мигает, вроде бы. Что еще? 12. И так. Не знаю, короче. Что значит? То есть она не уверена еще была? Зашибись. Вообще великолепно. Да. Весело. Так, и куда мы пошли-то вообще? Библиотека Ван Хоуна, похоже. Походу на то. Каминчик. Уютненько вообще. Так, походу, вот что тут у нас валяется-то. Ну, это я, конечно, выпью. Куда там? Пистолет. С оптикой я, в принципе, сейчас целюсь хорошо. Rosa, Ben Horn's computer is asking, what makes me special? It sounds like a password request. Что делает меня особенным?
фотографическая память, вокалистические данные, персональная гигиена, боевые способности, типа колови, что ли? Ну-ка. Нет. I put in blood type, but nothing happened. Do you even know your blood type? Yeah, I didn't think so. Вокалистические данные, что ли, блин, я не знаю. В натуре, что ли, зашибись. Я оставлю это сообщение тебе. Я сделал обещание твоим родителям много лет назад. Мне придется его нарушить. Твоя жизнь никогда не будет. Реальная правда никогда не будет объяснена, что типа, блин. Но времена все меняют. Я чувствую опасность. Тут с голосовыми связками, походу, еще что-то связано в натуре. Походу, ты еще что, какая-то херня, блин. Какая-то организация хотелось и убила его родителей Итана, походу. Твои особенности и секрет, я их только знаю, но... Это больше... Я нифига не помню. This was never my intention. In fact, I've spent the majority of my life opposing the Oro. Субтитры быстрее, блин. Они ответственны за смерть моей жены и ребенка много лет назад. He will stop at nothing to become one of them. And this is why our paths are crossing once again. Будь осторожен, Итан. Кто такие эти оба вообще? Я не понимаю, что за... Организация какая-то, что ли? Говно. Великолепно, блин. Я посижу, не против? Ах ты, сука. Покажись. Блин. Блин, да у меня хп еще нет, капец. Пипец. Ты серьезно, блин? И как и с таким количеством хп, это все должно пройти. Ой, блин. Да это невозможно, блин, с таким количеством хп пройти. Их еще кидают, что-то дофигища просто. Вообще без шансов. Просто без шансов. На кой хер этот пистолет вообще взял? Надо было оставить автомат. Он, интересно, там еще валяется. Да отвисай ты, твою мать. На то и лучше уж автомат. Где твой автомат-то, блин? Мне патроны нужны. А вот он. А ты ж, блин. Капец. Ах ты, сука.
вовремя, блин. Да, блин. Это говно. Засели, капец. А, бегу, бегу, бегу. Там же просто беги, блин, беги. Савдик, господи. Агенты Доун довезли. If they find out I've been helping you, I don't know what they'll do. Короче, в жопе в полном. What about Farrell? Что с Фэрреллом? Никто не знает, где он. Он просто попал. Right now, Dorlan and his agents are acting. Сейчас вот агенты. Commissioner is here, and he and Dorlan are acting like old college buddies. I mean, the city is crumbling all around us. Riots, fires, murders, and now. Короче, жопа творится полная в городе. I'm sorry. I'm just worried something bad is about to happen. I'm sure there's an explanation for all this. Объяснение на все это, я сомневаюсь. Why is the commissioner there? Apparently they found him. Они нашли его, кого его? Found who? SKX. А, убийца X. Он рядом со старым боулингом. В Трентоне. SKX может помочь нам. Поговори с ним. Спроси его, почему все это происходит. Если у него есть что сказать, я это узнаю. Люди Долана, они здесь, они везде, они дадут тебе этого. Оставь это мне, Роза. Я разберусь с ними. Откуда мне знать, что ты не работаешь на Долана прямо сейчас? Это был последний приказ от этого коза для меня. Итан. Да, и это единственный агент, которому я сейчас доверяю. Больше никто ничего не знает, и никто не поможет. Ну, короче, жопа полная. Нас разыскивают. Полная задница, короче. И все нас хотят убить. Это великолепно. Куда великолепнее, я просто не прикидываю. Они держат убийцу X в автобусе. Нам надо как-то туда попасть. Я подвлеку двух агентов, а ты разбей с ними. Все, что ты делаешь, делай это тихо. Короче, опять какая-то стелс-миссия, блин. Ненавижу. Долбанные стелс-миссии. Это просто жесть какая-то. Еще и стелс сюда приплели на какой-то хел, вообще непонятно. Для чего? Зачем, блин? Вот внутри из этой игрушки убрать стелс и стрельбу, и она от этого ничего не потеряет. Вот серьезно, ставить просто молодобой, блин. И детективные элементы. Нет, пытаются изобрести велосипед по новой. Еще загружается погода. Отлично. А где мне паникнуть-то? Так, надо от них избавиться тихо. Попытаемся. Yeah, sure. Выглядит дебильно. What exactly is your business here, agent? I was in the neighborhood. И все, блин. Офигенный стелс просто, блин. Здорово, дядя. Охренеть стелс. А, вот он, SKX. Ведь SKX. Ну и чё он молчит? Почему ты убил своего дядю? Он не хотел, блин, копироваться.
За что ты убил Мэла? Тоже по какой-то причине. Ёпта, блин. Как твой палец? Скучаешь по нему? А, ну да, пальцы уже мотаются. А вспоминаешь меня, когда чешешься? Я думаю о тебе, как каждый раз, когда смотрю в зеркало. Отвечай на мои вопросы, долбанутый ублюдок, больной. Иначе остальные пальцы пойдут в твой ужин. Такая сила. Что за фигня это вообще? Опять по какую-то непонятную культистскую херню сектантскую говорит. Где я их мог найти? Мистер Томас, нам надо убиваться. Быстро. Ну, великолепно, блин. Покатились, называется. Иди за ним. С тобой все будет окей? Ну окей, я автомат вывозим тогда. Думаю, ты не будешь против. Что за, блядь? Ты издеваешься? Какого? Ах ты, сука. А, я вспомнил, уже это можно в чехол прятать. В натуре. Удобно. Да, пистолет оставим на всякий, пожалуй, да. Или этот оставить. Блин, нифига не помню, ну-ка. Ладно. Будем считать, что у меня спрятан этот... 11 патронов. Надеюсь. Пусть каучи будет на всякий случай. Боулинг какой-то. Прикольно. Ты ищешь шарами для боулинга кидаешь? Ой, Зет это... А киглю отдай. Она мне пригодится. А ты что стоишь, смотришь, куда побежал? Итан, ответь. Гаю не отвечает, что случилось. Он пострадал, из SKX убежал. Что? Не дай ему уйти. Ну это я уже понял. Ах ты скотина. Шал для боулинга. Да ну нафиг. Это слишком. Так, в баню ваши, блин, эти пикущие хирурги, я их даже искать не буду. Надоели, просто надоели. Что, блин? Погодь.
Улыбочка. А теперь пошел в шоу. Да ваша мать. Я пошел нафиг. Развлекайтесь. Там где-то аптека была. Да ты издеваешься. Да блин. Ну это жесть какая-то. Просто издеваются. Просто издеваются. Кегли еще это, ема. Чувак, отойди. Сука. О, давай, его хилач. Отдай, отдай, где это кегля? Да это не кегля, блин. Да блин. Вы издеваетесь. Ты лежи. Сука. Еле ушатали. На той пустой еле-еле. Че я взял вообще? Шаф для боулинга. А, бильярдный шаф, да господи. Сколько тут этого говна. Ты издеваешься, да? А, Ваня, развлекайся. С тобой даже не интересно. Ой, да блин. Дохни, твою мать. Да блин. Ты живучий, говнюк, дохнешь или нет? Вообще пипец. Мне с этим вообще пофигу. Да сколько тебе надо? Откуда вы взялись вообще? Что-то у меня шокирующий был, я забыл. Да.
Бывает. Ну это натуре какой-то капец, блин, просто ушатали почти. Так, куда тут идти-то дальше, блин? Оттуда пришел, значит, сюда пойду, что ли? Роза, я found some sort of list. Hold on. One of Roland's men just walked by. Okay, give me the details. А, имя дяди Ван Хоун, имя Мэла. Интересно, кого ты ищешь? Он пошел этим путем. Это что за Бивис и Батхит, блин, а? Ой, блин, даже знать не хочу. Да, блин. Баба. Сумка еще, кажется, тут. А, сумка для боулинга. Так. С кровью. Чья сумка? Не написано вроде чья. А хотя тут X. Наверное, сильно в убийце X кого ищешь тогда. Отлично. Перетаскивал мушку. Фото еще, ё. Так. Got it. Excellent work. Well, I've seen that face 100 times on TV. It belongs to Mayor Rachel. Это Мэл. Тогда ясно, что она без башки была. SKX was captured near the bowling alley. This must be his base of operation. Это его база для операций. Великолепно. Надо найти сохранение и закончить, мне кажется, уже тогда. Куда тут идти? Может, туда полезу? Хотя дебильно, конечно, выглядит, но... А, в натуре. В общем, давайте тут закончим. В целом, пока вроде бы под конец неплохо идет. Не знаю, что будет дальше, но все-таки, мне кажется, уже ближе к финалу все. Не знаю, может, часа два где-то геймплея еще осталось. А так что, надеюсь, всем интересно, всем удачи и пока.